Приветствую вас на канале Asmodeeplay. Мы продолжаем играть Call of Duty 4. Херар. Мне не прочитать, так как я не знаю английский язык. Николай у нас. Мы заберем его в штаб-квартиру в Гамбург. Расчетное время прибытия 7.00. Конец связи. Последование. День второй. Только вперед, разум зовет. Повторяю, терпим крушение. В 2 милях к югу от пункта 5. Высота. Звездный водоем. Просто нет сил. Нужно успеть за день разыграть сотню дел. Только во сне. Давай, беги ко мне. Конечно. Я же Асмодей. Я бессмертный. Ага. Оружия нету. Так, куда мы свалим? P6, говорит база. К вам летит AC-130, но ему нужно время, чтобы добраться до вас. Прием. Вас понял. Конец связи. Бежим, бежим. Вот в поле вот здесь, да, сложно будет. Эти гады еще те. Сэр, с севера приближаются машины. Под мост, быстро! Так. Либо под мост, либо залечь. Ладно, ну то можно вон там залечь, конечно, тоже. Тоже помогает. Эти твари еще. Что за помойка? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давай. Стойте! У нас гость! Стою. Что здесь происходит? Вам чего нужно? Не надо разыгрывать из себя идиота! Мы знаем, ты их где-то прячешь. Прячем? Кого? О чем вы вообще? Там у... Я успел всех завалить. Не получилось, ладно. Смотрите, сейчас. Что здесь происходит? Хоп. Так. Все чисто. Конечно, чисто. Я же старался. Нет, надо таких тварей валить. Ага. А как вы? А как? А, подождите. Вот так вот, значит, вы, да? Вот, а у меня почему патроны не показывал, сколько так у меня здесь? Прожектор! Все на землю! Так. Прилечь. Ну и желательно не двигаться, потому что будете двигаться, он вас заметит. Но это еще не все. Вертолет улетает. Идем. Вертолет-то улетает, да. Но люди-то остаются. Противник с тыла. Ответный огонь! Ну зачем? Это же бессмыслица. Газ, мы их задержим! Открывай дверь в подвал! Открыто, сэр. Все в дом. Быстро!
Да, быстрее, быстрее, быстрее. Я как самый первый, потому что я являюсь героем данной комедии. Так, а чё вы меня убить хотели, я не понял. Или чё? Что вы мне гранату кинули-то? Свои же. Куда они делись, чёрт побери? Наверняка они сменили позицию. Пытаются отрезать нам путь где-нибудь впереди. Вот эти бонусы, я не знаю, до чего они собираются. Чего они дают, тоже понятия не имею. Поэтому, смотрите, каждый собирает для своего удовольствия. О, собаки. Да. Ага, хрен там. Не на ту кнопку жал. Правильно. Всем быть начеку. Сейчас. Давай, бам. Игра сохранена. Так, ну вот, видите, отстрелялись. Ну, мне жалко собачек. Честно скажу, я люблю животных. У них работа такая, у меня такая. Поэтому, ну, собачку жалко. Похоже, они не знают, где это мы. Искренне. Пусть так, да. Все и останется. Так, идем дальше. Быстрее. Так, куда мне? По канаве? Стойте. На мосту впереди часовые. Там, у бухты. Шевелись. Вижу врага. Они в поле. Так. Ну, нас в любом случае заметили бы. Осторожно, вертолет. Патроны кончаются от калаша. Так, 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 так. Патроны от калаша кончились. И это, я вам скажу, очень плохо. Блин, блинский. Да тихо вы. Кто, где, кто стреляет? Блин.
Так, вот вертолет у нас может размотать на раз-два. Блин. Ладно. Блин, да как так-то, я ж... Так. Так, пока все all is good. Давай, 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 давай. Продолжай в том же духе. Вертолет возвращается. Всем в укрытие. Так. Тихо, 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 вертолет, вертолет. Где стингеры? Стреляй по вертолету! Быстрее! Да. Черт, он выпустил сигнальные ракеты. Не так все будет просто. Соу, хватай еще один стингер и открывай огонь! Да без проблем. Подбил. Я вижу отсюда, да. Отлично, Соу. Все ко мне. Выдвигаемся. Отлично. Я с тобой полностью согласен. Итак, мы собрались здесь все. Давай, вышибай дверь. Чтобы заборчик обойти. Ёж твою мать-то. Б6, внимание. В ваш квадрат входит AC-130. Конец связи. В6, говорит боевой молот. Жду сигнала. Слышал, вам нужна помощь. Приказывайте. Боевой молот, огневая задача. У противника бронетехника и пехота. 100 метров... Так, а бронетехнику-то мы как-то по-другому, да, должны гасить? В6, внимание. В ваш квадрат входит AC-130. Конец связи. В6, говорит боевой молот. Жду сигнала. Слышал, вам нужна помощь. Приказывайте. Боевой молот. Огневая задача. У противника бронетехника и пехота. В 100 метрах к юго-западу от нашей позиции. Вас понял. Спускаюсь. Ждать. Надо было только... Ждать. Давай. Как это? Мы прикроем вас... До зоны посадки. ПМ или как она называется, эта пукалка-то? Вас понял, боевой молот. Просто крена называется пукалка. Да. Ну ничего, будем ей пока орудовать. Так, мы что-то сделали. Прошли миссию.
Ну надо же! Ух ты! Чем-то напоминает, как он, штурм Белого дома, фильм-то был. Самолет такой был, чтобы хреначить все. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Все, кого видят по бокам. Ну что ты? Кара Божья, день второй. Западная Россия, оператор тепловизора. Мы приближаемся к городу по дороге с запада. Подтвердите, что видите нас. Вижу дружественные войска. Ага, вот две, три. Внимание, не открывать огонь по целям с маячком. Это союзники. Оператор, подтвердите, что видите городскую церковь. Видим цель. Начинайте отсчет. Городскую церковь. Понял. Мы на месте. По церкви вести огонь запрещается. Не стрелять по церкви. А, церковь видно. Она движется. Одна из машин движется. Объекты выходят из церкви. Вооруженные объекты движутся от церкви. Запрашиваю разрешение открыть огонь. Вас понял. Разрешаю открыть огонь по машине и пехоте. Подтверждаю, внимание, разрешаю открыть огонь. По зданию церкви не стрелять. Уничтожить его. Бабах! Неплохой выстрел. Получено разрешение открыть огонь. Вижу пехоту. Где ты видишь? Установить радиус сканирования. Они пытаются укрыться за стеной. Вас понял. Уничтожить их. Вижу еще пехоту. Ни хрена себе. Готов открыть огонь! Так, где? Он снова пошел. Надо выделить сигнал. Нейтрализовать их. Вон там. Получаю данные. Скорректировать угол развертки. Настроить сканирование под углом. Расправьтесь с ними. На. Пламя говорит БШ! Только мясо разлетелось. Проходим мимо большой церкви и направляемся к шоссе. Огонь не прекращать! Конец связи! Вас понял. Кто там бегает? Открывайте огонь по всем целям без маячка. Это враги. Машина приближается. Где? Восстановление цели. Не вижу машины. Восстановление цели. Так, он снова пошел. Вас понял, вижу объект. Открыть по нему огонь. Ха, блин, полный бак, наверное, был. Ух ты. Уничтожить его. Отлично. Да. Надо выйти. Что еще есть? Получил разрешение открыть огонь. Ух ты. На дороге противник. На дороге. Открыть по нему огонь. Где? Установить радиус сканирования. Уничтожить его. Да я не вижу. Расправьтесь с ними. На дороге противник. Приближаемся. К ведению огня готов! Скорректировать угол развертки. Где? Где противник? Настроить сканирование под углом. Машина приближается. Не открывать огонь. Повторяю, не открывать огонь по машинам на трассе. Пламя! Мы пытаемся угнать гражданский транспорт на главной дороге. Прикройте нас! Огонь да где вы? На главной дороге. Так, вижу вас. Пехота пытается захватить транспорт. Не открывать огонь по машинам до дальнейших распоряжений. Как он, наверное, зол? А неплохая машина. Да он, наверное, обделался от страха. Пламя! Мы помечаем машины! Подтвердите, что видите сигналы! Видим. Понял, сигналы видим. Внимание всем, не открывать огонь по машинам, отмеченным проблесковыми маяками. Это свои. Осторожно! Вы чуть не пристрелили наших парней. Ни хрена себе. Получено разрешение открыть огонь. Надо выделить сигнал. Огонь! Давай. Установить радиус сканирования.
Ни хрена не видно, конечно. Восстановление цели. Будьте начеку. Противник устроил засаду на повороте. Эй, штурман, о каком повороте речь? Прием. Управление огнем. Видите водонапорную башню? Прием. Оператор, подтвердите, что видите водонапорную башню. Так, вы вижу. Вы имеете в виду водонапорную башню у перекрестка? Вижу, вижу. Вас понял. Цель наша. Рядом с водонапорной башней поворот. Видите? Вас понял. Смотрите дальше по дороге до следующей деревни. Там должна быть еще одна водонапорная башня. У нас некоторые сложности с поиском деревни. Как далеко она находится? Приблизительно... сейчас. Примерно в 2 километрах от шоссе по извилистой дороге. Вас понял. Высаживаемся у деревни. Приготовиться открыть огонь по наземным целям. Вижу силы противника на повороте. Противник готовит засаду на повороте. Их маскируют деревья. Ух ты! Кто-то шмаляет из гранатомета. Вас понял. Всем вперед! Уничтожить все живое в деревне. Там бронемашина. Вон там выезжает из амбара. Подтверждаю. Получено разрешение уничтожить все цели в деревне. Открыть огонь. Пламя на нас напали! Помощь не помешает! Внимание! Уничтожить источник дымового следа. Очистить дорогу для наших ребят. Вижу объект. Блин, по своим где-то там попал. В поисках деревни. Как далеко она находится? Приблизительно... сейчас. Примерно в 2 километрах от шоссе по извилистой дороге. Вас понял. Высаживаемся у деревни. Приготовиться открыть огонь по наземным целям. Давай, 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 давай. Противник готовит засаду на повороте. Их маскируют деревья. Ух ты! Кто-то шмаляет из гранатомета. Вас понял. Всем вперед! Уничтожить все живое в деревне. Там бронемашина. Вон там выезжает из амбара. Подтверждаю. Получено разрешение уничтожить все цели в деревне. Открыть огонь. Пламя на нас напали! Помощь не помешает! Внимание! Уничтожить источник дымового следа. Очистить дорогу для наших ребят. Вижу объекты на крыше подковообразного здания. Подковообразного? Это здание с плоской крышей. Здание с плоской крышей. Так. Бабах! Неплохой выстрел. Приближаемся. Где вот еще? Там. Получаю данные. Противник пересекает поле. Скорректировать угол развертки. Настроить сканирование под углом. Давай. Установить радиус сканирования. Ведем, 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 ведем. Попал! А я добавил. Надо выделить сигнал. Пламя! Приближаемся к зоне посадки на свалке! Покидаем транспорт! Вас понял, В6. Внимание, дружественные войска покидают транспорт и приближаются к зоне посадки. Не открывать огонь по пехотинцам с мигающим маячком. Подтверждаю, внимание на маячки. Не бойся. Это свои. Вижу противника на свалке. Внимание всем. Уничтожить противника. Ну, они и разошлись. Ведете огонь по своим. Повторяю, вы ведете огонь по своим. Обращайте внимание на ИК-датчики. Да я что думаю, я обращаю внимание, что... Восстановление цели. Где мои? Цель поражена! Покончить с ними. Бабах! Готов открыть огонь! Давай! Вон один бежит. Ух ты! Ни хрена себе! Получаю данные цели. Осторожно! Вы чуть не пристрелили наших парней. Отличные попадания. Вижу целую гору обломков. Нейтрализовать всех у здания. Вы ведете огонь по своим. Повторяю, вы ведете огонь по своим. Обращайте внимание на ИК-датчики. Да, обращаю, обращаю. Ни хрена же не видно. Противник окружает! Запрашиваем огневую поддержку вокруг зоны посадки! Это мои были, ладно? Пламя! Мы у посадочной зоны! Противник окружает! Запрашиваем огневую поддержку вокруг зоны посадки! Враг приближается! Противник окружает зону посадки. Рекомендую зачистить зону 25-м калибром. Смотрите, куда стреляете!
Следите за мигающими датчиками. Давай. Свои. Бабах. Вас понял. Внимание, к нам приближаются вертолеты. Огонь не открывать. Осторожно. Вы чуть не пристрелили наших парней. Блин, да как так-то? Я старался максимально обезопасить. Мы в посадочной зоне! Противник окружает! Запрашиваем огневую поддержку вокруг зоны посадки! Блин. Враг приближается! Противник окружает зону посадки. Рекомендую зачистить зону 25-м калибром. Ух ты! Ведете огонь по своим. Повторяю, вы ведете огонь по своим. Ну все, все, все. Обращайте внимание на ИК-датчики. Да идите вы нахрен со своими датчиками. Вертолеты. Огонь не открывать. Вас понял. Вот не дай бог, это еще мой окажется вертолет. Сказали огонь не открывать. Ладно, ждем. Кто там нападает? Пламя, говорит Б-6. Приближаемся к вертолетам. Спасибо за помощь. Конец связи. Давай, к вертолетам приближайся. Отличная запись полета. Я вас понял. Я буду вас пока прикрывать. Всем спасибо, задание выполнено. Вас понял. Возвращаюсь на базу. Окей, на. Ну, такая короткая, да, миссия. Ну, тем не менее, она сложная, потому что тут ни хрена не видно. Ну, ладно. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, оставляйте комментарии.